холода уже ощутимы. Первый снег и понижение температуры – главные сигналы для коммунальных служб быть наготове. Техника исправна, инвентарь и приспособления закуплены. Рабочие в зимней экипировке могут приступить к уборке улиц от снега в любую минуту. Приведу буквально две цифры. У нас только пешеходных дорожек сформировано вот с таким брусчаткой, ну, с покрытием в виде брусчатки порядка 8 километров. Конечно же, эту территорию надо вовремя убрать до момента выхода наших жителей на работу. Рабочий настрой глава округа проверил лично. Пообщался с коммунальщиками, посмотрел машины, выслушал пожелания местного населения. Главная просьба спецслужбы «Успенская» – решить вопрос с технической базой. Нам некуда поставить технику, ту же самую технику, которую мы демонстрируем здесь. У меня всего здесь два анта, я могу поставить, и то на чужой территории. Нет места, где я могу проводить ремонт этой техники, где я могу поставить ручные щетки, которыми мы чистим тротуары. Некуда положить реагент, соль, лопаты поставить. Пока принято решение договориться с Одинцовской теплосетью. Временно технику можно будет размещать на их территории. Вопрос с постоянным помещением будет детально проработан, заверил глава муниципалитета. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».